Замена окон, ремонт кровель, модернизация системы видеонаблюдения, введение дополнительных дошкольных мест, подготовка к новому учебному году идет полным ходом. На каком этапе сейчас находятся все работы, узнавали наши корреспонденты. Новый учебный год уже не за горами. Дети и преподаватели отдыхают последние деньки. К логическому завершению подходит и подготовка учебных заведений, как школьных, так и дошкольных. В этом году область выделила 2,5 миллиона рублей на замену оконных блоков. Софинансирование из городского бюджета составило 510 тысяч. Новые окна украсят здания детских садов номер 2, 3, 4, 16, 19, 24 и 27. Планируется заменить 126 окон. На сегодняшний день заменено 57, остальные находятся в работе. То есть сняты замеры, и сейчас на предприятиях, на фабриках изготавливаются, затем будет установка проведена в учреждениях. Значит, денежные средства в полном объеме мы имеем. С этой стороны как бы не будет у нас ни задержек по оплате, ничего. Кроме того, мы получили в этом году 2,4 миллиона рублей на кровли. Мы будем делать кровлю в полном объеме еще над одним корпусом. Это 19-й детский сад. И в итоге у нас все корпуса этого детского сада будут поменены кровлей. Мы каждый год, в прошлом году делали, в этом году делаем. Значит, 24-й детский сад, и будут проведены ремонтные работы в 6-м лицее и в 11-й школе. В рамках безопасности образовательных организаций ежегодно модернизируется система видеонаблюдения. Областью на проведение работ выделен 1 миллион рублей. Местное софинансирование составило 527 тысяч. Новые камеры появятся в школах 5, 10 и 13, а также в детских садах 17 и 21. Установка дополнительных камер там, где были условно называем слепые зоны. То есть у нас задача в наших комиссиях, когда мы принимаем учреждение, работать представители безопасности, по вопросам безопасности. Они смотрят, какие слепые зоны есть на территории, либо на входных группах учреждений, и делают нам определенные рекомендации по установке видеокамер. Либо идет замена блока самого, за который запись идет, в зависимости от учреждения. Либо идет, мы заменяем камеры, которые лучшего разрешения. Среди других работ – ремонт отмосток в лицее номер 7 и детском саду номер 21. Создание новых эвакуационных выходов по предписанию пожарного надзора в детских садах номер 12, 15, 21, 26, 1. И опять же в лицее номер 7. Ремонт окон в 8-м детском саду и 1-й школе. Хорошая новость для родителей. В этом году область выделила 1 миллион рублей на введение дополнительных дошкольных мест. Мы в этом году в учебном ввели 10 дошкольных мест. И у нас получили таких учреждений 9, 15, 17, 27 сад. Эти учреждения получили денежные средства. Что это за деньги? Это за одно место, на одно место выделяется 100 тысяч рублей. На них можно приобрести мебель, кроватки, столики там, и так далее. Все, что необходимо для ребенка, чтобы он посещал дошкольное учреждение. Первый раз в первый класс 1 сентября пойдут 1500 ребятишек. Это примерно столько же, как в прошлом году. Кроме того, ожидается порядка 600 детей из разных городов совершенно разного возраста, которых объединяет одно – они хотят учиться в Бирске. Приемка образовательных учреждений должна пройти с 13 по 17 августа. Руководитель управления образования уверена, срывов не произойдет. Все школы и садики будут готовы к новому учебному году.